Итак, ребят, всем привет! Сегодня очередной видеоотчет. Отчет по посылкам. Как вы знаете, 23 февраля, 5 марта и 8 марта у нас были большие розыгрыши. На стриме разыгрывали большое количество монет. И хочу отметить то, что с задачей я справился. За моей спиной огромное количество ваших посылочек. В ближайшее время отправится. К сожалению, несколько человек, которые мне не прислали адреса. Нурис Виндалис. Я список составил, чтобы не ошибаться. Затем Кирилл Комендантенко. Тоже мне адрес не оставил. И Андрей Шелудченко. Вот эти три человека, к сожалению, адреса свои не оставили. И даже не знаю, оставят ли вообще. Вот. Ну, а в целом повезло очень здорово несколько победителям. В частности, это Алексей Козлов, который у нас выиграл именно серебряный лот, где мы разыграли погодовку 20 копеек с 21 по 30 год. Вот. Лот просто шикарный. И я думаю, что это один из лучших лотов, которые разыграли в коте-мешке. Вот. Также он еще крутил рулетку, где он дополнительно выиграл еще 8 царских монет. Дальше крутили рулетку у нас Вадим Михайлов, 2 монеты выиграл. Следующий, кому посчастливилось крутануть рулетку и выиграть, это у нас Эдуард Янсен. Помимо всего, он еще у нас выиграл кот в мешке, малый кот в мешке, где находилась копейка 1925 года. Достаточно редкая и дорогая. Она находится здесь. Ну и такой, знаете, самый фартовый подписчик, который участвует в розыгрышах, это Андрей Кузнецов. Не поверите, он снова выиграл рубль. Серебряный рубль. Так что Андрей у нас забирает все крупные царские серебряные монеты. Вот. И от души, просто от души. Ну а сейчас перечислю все посылки, которые я отправил. Хочу сказать, ребята, на прошлом стриме мы с вами договорились и все меня поддержали, то, что теперь посылочки буду отправлять именно за ваш счет. Как вы видите, более 30 посылок, 31, если не ошибаюсь, 31 отправка очень дорого. Где-то 200-300 рублей за одну посылку. Если посчитать, 30 посылок по 300 рублей, ребят, 9000, для меня это очень-очень дорого. Так что прошу вас отнестись ответственно и с пониманием, потому что посылки идут в Белоруссию, в Украину, в Эстонию. Вот. Хочется, чтобы вы поняли и помогли мне именно с отправкой этих посылок. Заранее благодарю. Что будет, отправлю. Затем я отправляю вам чек, где прописан трек-код отслеживания, по которому вы будете отслеживать всю информацию. Ежедневно можете отслеживать. И чек, в котором прописана сумма. То есть сумма за почту. Вот. Присылайте, конечно же, на мою Сберкарту, которая прикреплена в каждом видео, на стриме. В общем, везде карта прикреплена. За понимание сразу огромное спасибо. Ну и перечислю, кто у нас счастливчик будет наших монет. Монеты, кто крутил рулетку, они достаточно хорошие, хорошего качества. Это у нас также получает посылочку Кирилл Сарапулов, Маркин Александр, Нурис Виндалис, Эдуард Янсен, Алексей Козлов, Вадим Михайлов, Павел Колпаков, Кирилл Комендантенко, Айрат Зиганшин, Алия Муртазина, Андрей Митрофанов, Павел, Коля Иванов, Марина Чернявская, Танюшечка Юманова, Василий Николаевич, М.И., Александр Жиляк, Роман Разин, Дима Ж., Андрей Шелудченко и Андрей Кузнецов. Именно эти люди получают от меня
именно по ссылочке, которую мы разыгрывали именно в эти праздники. 23 февраля, 5 марта и 8 марта. Наконец-то свои обязанности выполнил. Вот. Времени совсем не хватает, так что извините за такую задержку. Но я всегда обещания выполняю, всем отправляю. Так что вот такой коротенький видеоотчет по посылочкам я сделал. Надеюсь, и впредь вы будете участвовать, принимать в моих розыгрышах. Очень часто у нас бесплатные розыгрыши, но также и, ребята, за донаты. Вот, так что принимайте участие. У нас очень много вкусняшек разыгрывается. Царское серебро, крупные рубли, редкие монеты. Ну и, ребят, бывает эксклюзивы. Боевые топоры были, разыгрывали. Очень дорогие лоты стоимостью более 25 тысяч рублей. Это в прошлом году мы разыграли на 8 и на 23. Ребят, я подчеркнул желтым цветом и преподношу человека, который заберет. Та-дам! Читаем все дружно. Цифра 9. Вадим Михайлов. Вот он этот человек, офигеть, вот он, цифра 9. Офигенный приз. Ну, танцевать я, наверное, вам второй раз уже не буду, так как я уже вам станцевал на прошлом стриме. Поближе к камере поднесу, не знаю, как, насколько будет хорошо видно. Вот они, эти монеты. Девчонки, перекрестили пальчики. Сейчас я разыгрываю дорогой лот стоимостью более 25 тысяч рублей. Это монеты начала образования Руси. Первая цифра. Раз, два, три. Цифра 5. Танец победителя. Именно девочка под цифрой 5. Это у нас Элина. Хочу сказать еще, ребята, всем большое спасибо. Спасибо, Саша, что у тебя такой приятный канал, который очень приятно смотреть. Всегда держу палец кверху. Продолжай же в том же духе. На твоих каналах люди многому учатся, особенно Шурфу. Вот. Мне он очень нравится. Ни один блог мне больше не нравится, как твой. Вот. Очень люблю смотреть, стараюсь не пропускать ни одного выпуска. Вот. Ну, стараюсь не пропускать ни одного стрима. Вот, так что, ребята, у нас много интересного, много вкусного. У нас самое дружное сообщество, так что присоединяемся, участвуем, подписываемся. В общем, все как надо. У нас все лучше остальных. Ну, на этом и все. Всем пока. До новых встреч.